Так, ну сейчас у нас будет тренировка. Перед тем, как петь на грузинском, эти прекрасные дети должны с этими дядями попадать в мимикой красивенько. Поэтому наш джигит сейчас начнет, и мы поедем. Христос говорити. Сейчас все вместе, да. Всевдели са. Друзья, после того, как мы записали «Христос воскресе» на грузинском, отец Сирий угощает нас пирожками, чаями, кофе, мы всех наших подписчиков с нашей епархии, которые будут скоро просто прекрасно обалдевать от нашего хора, по-другому не назовешь, потому что здесь мощь. Мы всех поздравляем с Пасхой и желаем вам крепчайшего здоровья пережить эти праздники. И еще, наши подписчики. Най живёй, най живёй, най живёй.